Рукоделием Лилия Шиляева начала заниматься очень давно. Все началось со школьной скамьи. Она каждой работе отдает все силы и время. А то, что касается вдохновения, оно ее никогда не покидает. Всегда любила рукоделие. И мне нравились вышивки старинные, нравились ткани, потому что люди старались, сделали. И просто так красота пропадает, мне обидно. Мне хочется, чтобы они как бы начали новую жизнь. Всерьез пэтчворком, лоскутной аппликацией и шитьем женщина занялась после замужества. Своими умелыми руками мастерит все. От белья до изысканных моделей. Что касается последнего, героиня сюжета приняла участие в конкурсе моды и заняла призовое место. Выходила на подиум, и это самое, там был фонарик, он его включал, тут лампочка зажигалась. По образованию Лилия Шиляева – швея, но ни дня своей жизни официально по этому направлению не работала. Ее душа требовала помогать людям нарядно одеваться и вообще делать их жизнь красивее. Мне прямо этот спортивный интерес, когда вот ничего не было, и раз, и что-то появилось. Это штапельные платки. И они такие дышащие, шелковые, и как бы фигура в них хорошо смотрится. В творчестве мастерицы разные направления, но без своих любимых лоскутков, признается она, жить никак не может. Это вот я долго собирала кромки, вот эти полосочки, это не просто полосочки, это кромки у ткани, вот. И тут тоже сложная техника. В каждую работу Лилии Шиляевой вложена частичка души. Некоторые творения рождаются в течение нескольких месяцев. Стоит отметить, что работы мастерицы теперь уже из Мамадыша. Ранее женщина проживала в Кировской области. Украшает частные коллекции не только граждан России, но и других стран. Гульнара Гильмуллина, Ландыш Бабуниязова, Илюза Нургалиева. Новости Татарстана.